Немедленно ограничить использование интернета и тщательно замаскировать технику и вооружение. Это прямые рекомендации Кремля, чтобы скрыть позиции российской армии от купленного Украиной спутника ISI. Но помогут ли эти действия скрыться от украинской звезды смерти? Вот здесь разберем поподробнее. Спутник ISI был куплен украинскими активистами после тщательных консультаций с Министерством обороны Украины. И, кстати, на народные деньги. Ранее украинцы всего за 2 дня собрали 15 миллионов долларов на боевые беспилотники «Байрактар». В итоге восхищенная сплоченностью украинцев турецкая компания просто подарила 3 беспилотника Украине. Поэтому собранные 15 миллионов долларов пошли на генеральную аренду высокотехнологичного радарного финского спутника. И теперь полученная благодаря ему информация станет новым мощным украинским оружием, говорят эксперты. Изображение из спутника, которое будет давать фотографию с космоса, в разы лучше, нежели фотографии Кабаевой, которые она присылает Путину на его личный мобильный телефон. То есть первая фотография, которую Притула запостил, Крымского моста, но он просто лежит на ладони. Поэтому максимальное разрешение, максимально точное, со всеми координатами по каждому объекту. Спутник ISI имеет разрешение 25 сантиметров на пиксель. Простыми словами, такое разрешение позволяет вплотную рассмотреть российского солдата на позиции и даже прочитать текст очередной бездарной кремлевской методички в его руках. Кроме того, спутник ISI предназначен для геологической разведки. Поэтому теперь слова «от нас не спрячешься даже под землей» россиянам стоит понимать буквально. Пока московские диванные эксперты воюют с Украиной перед засаленными экранами допотопных телевизоров, украинцы организованно ответили агрессивной России первой космической войной. Российская армия – это мародеры с рогатками, которые пришли воевать в Украину против супертехнологичного общества. И если их было 1 миллион солдат, которые атаковали нашу страну, то здесь защищало 40 миллионов. Каждый гражданин стал солдатом по защите своей страны в той или иной степени. В информационной, военной, волонтерской, либо любой другой. Еще накануне полномасштабного вторжения России Украина начала получать разведданные с американских спутников, что помогало корректировать действия украинской армии. Однако ночью или в плохую погоду наблюдения с таких спутников вести сложно. К тому же информация поступает с незначительной задержкой. Долгосрочная аренда нового спутника кардинально изменила ситуацию. Финский радарный спутник ISI оснащен высокоточной радиолокационной системой, что позволяет следить за передвижениями российских войск 24/7 даже сквозь тучи и дым. Впрочем, российские военные все равно пытаются замаскировать свою технику под веточками и палочками. Хотя с такой маскировкой оккупантов ВСУ и раньше справлялась на раз с помощью самых обычных дронов. Возможности спутника ISI без преувеличения космического масштаба. Звезда смерти оснащена искусственным интеллектом, что позволяет вести наблюдение онлайн далеко за пределами Украины. Поэтому при желании так называемые «злые бандеровцы» буквально смогут заглянуть в дом любого россиянина. Эксперты напоминают, система искусственного интеллекта спутника может точно и очень качественно классифицировать все объекты на поверхности Земли. А значит, разыскать любого человека в любом уголке мира. Большой брат следит за тобой. Кроме того, дополнительно Украина приобрела доступ к базе данных всего созвездия спутников этого класса, что делает возможности слежения практически безграничными. Другими словами, единственный россиянин, которому может и удастся скрыться от новейших технологий слежения, это Путин в своем бункере. Впрочем, координаты бункера теперь точно не секрет. В современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды, ведь всегда где-то, хоть как-то, на протяжении длительного времени, а это, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет, что-то должно было остаться. Надо ли говорить, что мобильные телефоны в кармане – это дополнительный маяк GPS для спутника? Зная номер телефона или код прошивки аппарата IMEI, можно точно определить местонахождение человека буквально до сантиметра, утверждают эксперты. Волонтерская разведка в Украине с начала полномасштабного вторжения России тесно сотрудничает с СБУ.
И даже до покупки спутника ИСАЙ помогала обнаруживать российских солдат, диверсантов, коллаборантов и прочих подельников-оккупантов. Свежие примеры, когда россиянин фотографировался возле большой российской техники в Крыму, благодаря чему украинские активисты это все отследили, передали военным, и, скажем, уже через день этой техники не было. Ну, осталась светлая фотография в памяти. Теперь, чтобы сфотографировать технику оккупанта, украинским спецслужбам не нужно отслеживать фотографии россиян в соцсетях. Любые снимки великолепного качества теперь присылает радарный спутник. Тем временем в Кремле поспешили сообщить, якобы тоже подготовились и даже запустили 9 августа иранский спутник, чтобы следить за украинской армией. Но вот незадача, власти Ирана говорят совсем о другом. Там заявили, алгоритм работы их спутника доступен исключительно иранским разработчикам и вообще ориентирован на Израиль. Это, мягко говоря, далеко от Украины. Тогда в Минобороны РФ выдали новую порцию псевдоуспокоительного. Канашенков сделал сенсационное сообщение о якобы ликвидации украинского спутника прямо на орбите. ПВО Севастополя сбило спутник ИСАЙ. Только вчера они хвастались, как будут следить за нашими военными, а уже сегодня сработали силы ПВО и спутника не стало. Респект ребятам за оперативность! В следующий раз Канашенков, вероятно, расскажет, мол, при атаке на украинский спутник российская система ПВО задела Луну. Иначе как объяснить темные пятна на ее поверхности? К слову, в кремлевских рекомендациях о том, как избежать влияния спутника ИСАЙ, вторым пунктом советуют верить только информации с российских федеральных телеканалов. Как это влияет на работу спутника, непонятно, но, видимо, других способов поднять рейтинги телесмотрения в России пока не нашли. Сядьте поудобнее, закройте глаза, начали. Если вдруг заряженная вода не спасет, есть проверенный способ защитить себя от влияния украинской звезды смерти. Вот у меня получился такой главный убор. Сделать несложно. Если кому интересно, я в отдельном материале об этом обязательно расскажу. Рекомендую. Не за горами. Ждет всех. Подготовьтесь. Пока россияне верят абсурдным заявлениям Канашенкова о якобы возможности расстрелять «Хаймарс» из автомата и сбить космический спутник из ПВО, пропасть между Россией и цивилизованным миром стремительно растет. Россияне живут где-то в прошлом веке, вот как Путин говорил, что они там историю с Лениным переписывают, вот их технологии на уровне Ленина и остались. Украинцы же наоборот, у нас нет интернета, нам Илон Маск передает Старлинки, у нас нет фотографий из космоса, фон Притулы покупает спутник из космоса. Там у нас нет еще чего-то. Украинцы это быстро делают, придумывают, находят, покупают, ищут на глобальном уровне. Разыскивать и наказывать диванных экспертов, которые клеят зетки на лоб и пишут гадкие комментарии в сетях, с помощью спутника украинская разведка, конечно, может, но не будет. Кому они нужны? Другое дело военные преступники, мародеры, насильники и убийцы украинцев. Многие из них даже снимали свои преступления на телефоны. А если не снимали, то от видеокамер, которые есть почти в каждой украинской квартире, точно не прятались. Их лица и имена занесены в базу данных украинской разведки, а значит узнать их адреса, телефоны или номера школ, куда ходят их дети, не проблема. Возмездие и раньше было только вопросом времени, а спутник ИСАЙ в разы ускорит процесс идентификации и розыска российских преступников. К слову, финский космический шпион делает 15 оборотов вокруг Земли в сутки. Благодаря этому он может до 15 раз в сутки пролетать над одним и тем же местом, фотографируя абсолютно все, что видит. То есть спутник может фиксировать, когда объект выходит из дому и куда именно направляется. Кстати, по контракту с финнами ИСАЙ будет оставаться на космической орбите до полного окончания его функциональности. В том, что украинцы максимально эффективно используют это время, чтобы россияне полностью расплатились по долгам, сомнений нет.